последнем патче изменили АВП. Как тебе изменения? Ну, я уже поиграл, это ощутимое изменение. То есть, когда там оно вышло, все люди говорили, ну нет, как бы ничего не поменяется. Но уже надо перестроить свой мозг на то, что там не 10, а 5 патронов, и следить за этим. До этого ты не следил и просто играл, у тебя никогда не кончались. А сейчас ты в full focus должен понимать, где ты выстрелил и куда ты перебегаешь, пока зарелодится. Пока вот этого на автомате нет, это надо перестраиваться, и это ощутимая вещь. Особенно, когда ты смог прострелил, у тебя всего лишь 3 патрона. Если на тебя 5 заходит, то ты уже как бы, ну, будешь уязвим, там, секунд 5. Ну, тебе надо грамотно позиционку занимать. Но это ощутимое изменение. Я думаю, что люди сейчас допрут и начнут писать на всяких твиттерах, что да, на самом деле это фикс, и он значительный. А что бы ты сказал на финале своим фанатам? Всем спасибо. Смотрите, поддерживайте. Все читается. С каждым годом вас все больше. Ну, это круто, наверное. То, что такая большая аудитория. Спасибо вам большое. Болейте за нас. Ну что ж, у нас был в гостях Жека, Карина Кари. До скорых встреч. Пока-пока.